Всем привет! Продолжаем путешествовать по Васильевскому острову. Вот есть тут такой небольшой домик. Находится он у Благовещенского моста. Здесь всегда бывает достаточно много туристов, фотографируют и не знают, что это такое. А оказывается, это павильон общественного туалета. Так он проходит в документах. Архитектор Соколов, год постройки 1906. Вот адрес: набережная Ленинграда Шмидта, площадь Трезини, 7-я линия, 2. Посмотрела на форумах. Некоторые люди не согласны, говорят, что это все-таки не общественный туалет. Это поилка для лошадей, а общественный туалет был все же ближе к Неве. Но то, что есть, то есть. И все же официально по документам это павильон общественного туалета. Так что вот считается, что это здание общественного туалета. Кстати, я еще застал, когда действительно здесь был туалет. Вот, это было в 73-75 году. Вот все, все, пока, всем привет. Итак, вот видите, такое красивое здание. Это здание павильон общественного туалета. Всего. Всем пока, всем привет, до свидания.